Здравствуй. Сейчас я нахожусь около памятника Абая. Здесь начинается проспект Абая. Гостиница «Казахстан», дворец, станция канатной дороги на Коктубе. Здесь новотель. Вот. Сейчас хочу показать, как можно доехать до Большого Алматинского ущелья Алма-Арасан, держась подальше от автомобилей. Вот, в последние годы в городе Алматы сделали очень развитую сеть велодорожек, причем большая часть из них, да даже все они, идут по выделенной полосе, то есть они выделены либо вообще вдали от автомобилей, там через зеленые зоны и деревья, либо столбиками специальными выделены. Вот, сейчас, используя вот эти велодорожки и другие окольные пути, поедем в Большое Алматинское ущелье из центра города, вот, держась подальше от автомобилей, потому что, сами знаете, по проезжей части ездить неприятно, потому что многие автомобилисты, они вот такие всякие мопеды, мотоциклы вообще не считают за участников дорожного движения. Вот, то есть они думают, что ты максимум на балдергане едешь. Вот, поэтому считают, что тебя можно просто игнорировать. Вот, так что поехали, по пути, может, еще что-то. Краткие экскурсии расскажу. Ну вот здесь начинается велодорожка, и фактически она тянется, не прерываясь, аж до орбиты, до микрорайона орбита, там какая там улица, ну где бывшие трамвайные пути, туда куда-то вдаль, через орбиту до Аль-Фараби.
Сейчас еду по проспекту Абая. Слева библиотека. Не знаю, Пушкина она сейчас или просто центральная. Справа театр Лермонтова. Вот мы поедем прямо, здесь направо пошла дорожка, это улица Сейфуллина. То есть вниз по Сейфуллина еще вот столбиками красными выделена велодорожка. Вот это классно, все сделано, дороги идеально ровные. Вообще город напоминает какой-то город из тех стран, которые называют себя страны первого мира, типа там Сидней или Мельбурн. Очень... Вот я в Мельбурне был, в Сиднее. Прям очень сильно напоминает город Мельбурн. Вот все очень чисто, причем с учетом идеальной советской планировки центра города, ну, в принципе, большей части города, в сочетании с тем, что сейчас очень в хорошем состоянии все это содержится. Везде цветы, все идеально чисто, велодорожки всякие. Вот, очень классно все это выглядит. Здесь мы, как бы не сворачивая с велодорожки, повернули с улицы Абая, с проспекта Абая на Байтурсынова, по-моему, она называется. Раньше это Космонавтов было. Здесь станция метро Байконур, центральный, ну, спортивный дворец. В общем, здесь находится, здесь все спортивное такое, там подряд идут
цирк дальше, а мы едем вверх по вот этой улице, все так же не сворачивая с велодорожки. Пересекаем Сатпаева. Доехали до Тимирязева, здесь велодорожка, она так изгибается, то есть дальше идет по Тимирязева, поедем по Тимирязева в сторону Атакента, ну, ВДНХ. Пересекаем Тимирязева улицу. И направо по Тимирязева, вдоль Тимирязева тоже идет выделенная велодорожка до Атакента.
Это у нас река Весновка, необычно полноводная. Весновка сейчас, по-моему, называется Есентай. Тут тоже вдоль нее можно вот там гулять, ездить. А слева вот там, сейчас доедем до туда, студгородок Казгу. Вот это студгородок Казгу, тут у них дворец культуры, куча всяких корпусов, огромная территория тянется аж до Аль-Фараби. Вот там на территории очень красиво, тоже классно все сделано вообще, можно отдельно туда съездить, территория большая, можно прокатиться, посмотреть потом в отдельном видео. Слева тянется, это вот вход в него, центральный ботанический сад, он огромный. Вот дальше идет Атакент, по сути была такая огроменная зеленая зона, вот тут городок, потом ботанический сад. Выезжают на пешеходную, на тротуар мерзавцы, смотри, высаживают. Вот, и туда до Жарокова тянулась огромная зеленая зона. Ну вот Атакент, это ВДНХ, тоже там было идеальное советское планирование. Стояли павильоны выставочные рядами, фонтаны. Половину всего это уничтожили. Какие-то рестораны, там магазины вдруг появились в 90-е, в 2000-е. Вот сейчас я доеду до Атакента и через зеленую зону Атакента поеду до улицы Утепова, и там продолжается велодорожка выделенная. Здесь сворачиваю и окольными путями через Атакент еду до Утепова.
Так, немного заблудился, не туда. И вот знак велодорожки, начинается велодорожка по улице Утепова. Это пересечение Утепова-Жарокова. Дальше мы едем, не сворачивая по этой велодорожке, тоже она выделена. Даже через зеленую зону с деревьями идет от проезжей части. Доезжаем до речки Большая Алматинка. И потом поедем вдоль речки вверх. Утепова Гагарина. Это Роза Бакиева, пересекаем. Не смотрит. Хорошо, я его вижу. Это мы заехали в микрорайон Орбита.
Вообще они должны пропускать. Здесь надо переехать через пешеходный переход. По правилам мне надо слезть с мопеда. И вот здесь нормального съезда нет туда. Но в принципе можно как бы и там поехать. Ну давайте я спущусь сюда. И все, едем вдоль речки просто вверх. Хочу показать, алматинка полноводная, что редкость. Такая вода бирюзовая, красивая. Вот, и теперь просто едем по берегу Алматинки. Там будут всякие препятствия в виде ГЭС. Ну, они там такие запруды делают, плотинки небольшие. Надо их объезжать просто. И так до самого верха.